В Томске запустили онлайн-флешмоб ДНК Победы. Его участникам предлагается сгенерировать с помощью специального сервиса аватар, составленный из фотографий героев Великой Отечественной войны, и поделиться изображением в социальных сетях. Об этом сообщается на сайте администрации региона. Инициаторы акции – Томский политехнический университет совместно с международным движением «Бессмертный полк». Для создания портрета нужно загрузить свою фотографию в сервис на сайте, адрес которого вы сейчас видите на своих экранах, и нажать на кнопку «Генерации». Алгоритм составит изображение из фотографий участников войны. На каждом полученном портрете появится надпись «ДНК Победы». Полученным изображением пользователям предлагают поделиться в социальных сетях. По словам одного из авторов проекта, Александра Погожева, идея флешмоба появилась после отмены акции «Бессмертный полк» в этом году. В результате был найден альтернативный вариант, чтобы любой человек мог выразить свою благодарность участникам войны.